Помогите, почему их тут так много? Ты думал, что ты сбежишь? Я тебе суждено умереть! Это не так легко, как кажется. Как темно, как... Всем привет! И сегодня лучшие строители в Майнкрафте будут строить Doors 2 за 2 часа. Все биты строителей мы начинаем с супер эпичного салюта, и вот он. И вы можете начинать строить. У кого в команде есть овечки, у того будет удача. У меня да, овечки есть. Каждые 30 минут я буду ходить и смотреть, что у вас там получается, и... Тридцать минут прошли, и сейчас я буду смотреть, что вы здесь построили. Поехали. Я пришел к вам. Ребята, что у вас за коробка такая? Ба-ба-бам. Я под землей, помогите. Вытащите меня. Я застрял. Ты что, наш лифт ломает? Не я. Ого, сломанный лифт. Идем, мы выходим, попадаем в библиотеку. Это тебе. Поздравляю тебя. Так, сейчас посмотрим, что тут мне написали. Уважаемый Ух, я не ожидал того, что меня возьмут на битву. Спасибо тебе, Ух, за то, что ты с нами уже 2-3 года. Один, спасибо Максиму за то, что он дал мне шанс поучаствовать. Вообще, по идее, я давно, ладно. Нас тут куча овечек, даже маленькие. О, маленькие овечки. И все они светятся, ну все, это круто. На полке сидит овечка, это вообще... Фигура теперь Егор. Вот, дай мне палку. Это Егор! Теперь это моя палка. Егор, приживайся к своей роли быть фигурой. Ты фигура. Вот так. С фигурой всегда будет так, так что привыкай как-то. Ладно, я пойду. Нет, зачем? Блин, он уже в свою роль вжился, а я думал, он меня бить не будет. Эх, опять злая фигура попалась. Мы с Егором на ивенте вообще познакомились сегодняшним. Команда красная. Что у вас тут получается? Не знаю. Ну ладно. Тогда я сам посмотрю. Разрушенный лифт, вот он. И мы выходим в Doors. О, зажигалка. Это шкафы, там зажигалка. Здесь мы идем сюда, 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 ага, сюда, или вот сюда. Вот здесь у нас что-то очень странное, я не знаю, что это. Титан, это что? Это вообще что? Он не хочет рассказывать, но какая у нас красная команда. Короче, я пришел в фиолетовую команду смотреть, что у вас тут делается. Арконус, привет. Ничего хорошего пока что у нас нет. О, у вас тут радужная овечка. Тут какой-то торговец здесь пришел. Он пришел это торговать к самым крутым покупателям. Это черепа с костями. Пещера большая, в которой ничего нету. А почему вы строите пещеру? Ну, типа упало, смотри. Упал лифт. Упал он в пещеру, да? Пиките этот команд-блок упал, этот толпут, чтобы не было такого. Чего? Короче, я не шарю то, что вы тут делаете, но делаете что-то очень прикольное. Ладно, я пойду дальше. Синяя команда. Тут у нас Кургу и Руби. Ты поспавнишься, вот, и проходишь дальше. И здесь у нас... Ничего. А, свечка прикольная. Ой. Ай, Кургу, зачем? Чуть не поджарил весь Doors. Ага, ну знаете, прикольный лифт, он мне нравится, не знаю почему. А это что за коробка у вас тут стоит? Ух, дай кубического эксперта Кургу, ух, дай кубического эксперта Руби. Я круто устрою. Дайте я тоже кое-что вам оставлю. Отпишись. Ладно, дай что-нибудь другое напишу. Вот, все, чай пошел. Привет, зеленая команда, что у вас привет тут? Привет. Ну... Снимаем и... Что? Ба-ба-ба-бам, прикольно. Здесь есть золото. Да, даже фейк-кнопка не работает. В смысле не работает? Вот, здесь смотри, есть витамины. Прикольно, витамины придумали. Да. Мне очень нравится, как строит Мэнди. И я думаю, то, что если бы я был бы с кем-то другим в команде, то я точно бы так... Мы точно бы так не построили. Ну ладно. Здесь будет проход с фейковой дверью, то есть здесь будет монстр, который тебя убьет. О, спасибо, что подсказал, что мне надо идти сюда. Но здесь будет, типа, вот такой вот полукруг, тут здесь будет, типа, ну что-то устрашающее. Ой. Что это было? Это не я. Это были все постройки за эти 30 минут. Вернемся через 30 минут. Арконус отошел, сказал тебе ничего не рассказывать. Ты же расскажешь мне, да?
30 минут прошли. Сейчас я буду смотреть, что тут за постройки получаются. И это у нас фиолетовая команда. Он меня допрашивает. Арконус. Ух, это, короче, мы вам ничего не скажем. Теперь мы в желтой команде. Здесь у нас Кибер Максим и Обич. Ба-ба-ба-бам. Это сотая дверь, погоди. Стоп, это сотая. Вы построили сотую дверь, чтобы потом я из сотой двери попал туда, куда надо. Да. Так никто не сделал. Вы молодцы вообще. Это я такой придумал. Привет, Егор. Тут есть нож, меч. У меня есть план. План не сработал, он меня замочил, блин. Аккуратно. Давайте еще раз. И вот я от нее убегаю назад. А здесь сзади ничего нету. Все, ты должен быть вот только на шесте. Нашел первый ключик. Так, давай, вот давай. Открываю дверь. И здесь мне надо будет что-то сделать. Пройти сюда, зайти. Вот тут будет лифт, который упадет, и я попаду вот сюда. Я хожу. Тебе надо на шесте ходить, я нашел. Я нашел секретный проход. Значит, тут ты картину сломал. Ставь картину, брат. Теперь беги, фигура, она на тебя смотрит. Где? Егор. Я в паутину застрял. Все, мне конец. О. Так, рычаг номер один нашел какой-то. Ой, привет, фигура. Какая фигура? Беги. Где рычаг номер два? Рычаг номер один. Куда его? А, вот сюда. Да, его. Где рычаг номер два? Тут пол из печки есть. А в печке пусто. Вот в этой тоже. Он о, рычаг номер три. Где его нашел? Оп, рычаг номер два. И все. Это же командный блок. Командный блок. Ставим его сюда и ничего. И тут открывается дверь. Опа, картина. Ну, конечно, во всех картинах секретные проходы. Это я уже понял. Да, это сухарик сделал. Ну, и мы не достойны. Знаете, если бы вы бы даже тут так открыто оставили, было бы гораздо маскировочнее, чем с картиной. Это у нас все, что получилось в желтой команде. И сейчас я пойду туда. Зачем так сильно бить? Что делать? Дайте. Короче, ты тут должен найти рычаг. Рычаг? Эх, все меня заставляют найти рычаг. Там меня заставили найти рычаг, тут заставили найти рычаг. Где же этот рычаг лежит? Говорите, горячо или холодно? Теперь? Тепло. Холодно. Горячо. Где-то здесь. Вот, я нашел. Ставим его сюда и открываем дверь. Что это? Ага. Упс, иди ищи второй рычаг. А где? Эх, ладно. Руби, я же сказал на месте. О, я заметил. Вот, видишь? Я об этом и говорил. Все, я нашел. Какая-то черная комната, и она меня ведет сюда. Здесь пока ничего нет. Ух, давайте я ремень уха. Не, я сам могу ремень взять. И вот тогда тебе будет не до смеха. Зачем вы мне весь мусор даете? Что случилось? Это убили таракан. Идите сюда, сейчас я вам покажу. Великий таракан. Лифт разбился, и я попал сюда. Здесь летучая мышь, о, прикольно. Ой, тут черепа. Железная дорога в Дорсе. Тут есть сундук какой-то. О, золото. Да, вон там хороший лут, конечно, хороший. Посмотри, кто за клеткой. Оба-на. И здесь. Да кто, Сик, что ли? Да. За клеткой стоит Сик, даже два. А теперь вверх посмотри. Че там, паук? Да, паук. Который может на тебя упасть и съесть тебя. Ладно, пойдем дальше, что тут еще есть? Тебе кнопку надо найти, удачи, да? Эх, все время меня что-то найти заставляет. Я даже сам не знаю, где она. Ну а ты что думал, когда прыгал в лифте? Вот мама учила не прыгать там. Не знаю, меня уже третий раз подряд заставляют кнопки искать. Иди сюда, вот. Чёрт. Нажми. Куда? Ох. Вот, спасибо. Тут лава. Можно испытательного модера. А чё зомби перевернутый стоит? Ну его подвесили. А как дверь открыть? Подумай. Я жду ответа. Короче, берем ремень уха и ломаем. Нет, не надо. Ломается. Вот тут кнопка, вот тут кнопка. А почему так долго ломается? Оно бессмертное. Ладно, где кнопка? А, вот вижу. И бабам, прикольно. Тут еще один стик в лаве сидит. Что меня хочет ударить? О, я могу бить их. Так, ладно, поднимаюсь по лестнице, и я где-то здесь. Задача выбраться из этой пещеры. Я выбираюсь. Хва. Я с тобой вместе буду отсюда выбираться. Да, так вот у меня не получается. Ух, проходи. Я смог. Сюда. А, давай, открывай, я прохожу. Шинель сделал. А, ну прикольно. Необычная пещера. Ух,
Что? Можешь потом к нам прийти? Мы должны тебе кости показать. Ну ладно, ну я на вас обижен. Почему? Потому что вы какие-то секреты там делаете. Ладно. Я Пафоу, меня зовут. Ребята, это я. О, а кто нажал, блин, на плиту нажимную? Я нажал нечаянно. А, она просто там 7 эффект выдает. Ужас. Ужас. Так, я иду и ничего не вижу почему-то. А, чё? Меня дверь убила. Я вернусь. Давайте здесь у нас есть еще одна дверь. Да, только лучше ее не закрывать, кстати. Лучше ее больше от ворона не трогать. А я ее закрыл. Дурс. Что за дурсы бегают за мной? Ухо, ремень. Чё если много раз открывать дверь и закрывать ее? Лучше не надо. Ой. Там теперь 10. Помогите, почему их тут так много? Сколько у них? У них тысячи. Чё я сказал уже? Чё? Почему их тут так много? И знаешь, меня дверь убила. Я не предполагал, что кто-то будет трогать эту дверь, которая находит больше одного раза. Ты знаешь, от меня можно ожидать много чего, даже не такого. Все, что ты думаешь, что я не буду делать, я буду делать. Если ты подумаешь, что я не нажму на кнопку, допустим, я нажму. Допустим, ты прошел. Да, допустим. Ладно, я просто промолчу. Как выйти? А вот это может понять. Сейчас будем все двери чекать. С первого раза вообще. Да. Вот это да. О, где? Тут, мы просто тут еще не достроили. Двери обычно зеленые, а тут они желтые. Так, эту дверь я не буду открывать, потому что она, мне кажется, меня съест. Ну давай проверим. Я жив! Там команды нет в командном блоке. Ну ладно, я хотя бы жив. Там еще не достроено. Книжка. Я сейчас тут напишу кое-что. Ребята! Залютая просто. Все нормально. Все. И пока что это все. Нам теперь их надо будет убивать, а у каждого зомби там по 1000 хп. А, да. Знаете, не проблема. Я знаю, как это решить. Давай. Дай кость. О, все, вот мне Максимка дал кость. Я так понял, где там 2 миллиона урона, да? Да, нас на ударах убивает. А сейчас проверю, где-то на зомби того нет. Так я зомби убиваю. На удар. Нам будет такую кость, потому что просто зомби просто закопали. Хотите, я вам эту палку подарю? Давай. Идемте ко мне. Короче, я тебе вручаю эту палку. На. Спасибо. Куда? Я так понял, мы самые последние, да? Да. Вы вообще думали, что мы вообще про нас забыли? Мне по соседям все походили, а про нас забыли. Ох, привет. Чё меня звали? Опыты надо мной проводить нельзя, если чё. А можешь текстурпак скачать, включить? Могу. И вот смотри, вон туда. Раз. Серьезно? Сейчас, погоди, надо запускать. Что? Как это? Это Майнкрафт. Это Майнкрафт. Прикольно. Ой, ё. Так, ух, давай, заходи быстрее сюда. Ух, заходи. Ой-ой-ой, всё. Так, стоим. Запускай Матонс. Видишь, он пробежал. Все, уходим. Я выжил. Все ждут обзоры? Да. Обзоры. Да. Короче, прошло много времени. Тут уже жители перевернутые ходят. И, короче, мы начинаем обзор всех построек. Ой. Сейчас мы решим судьбу одну из команд. Так, понимаю. Да. Зеленая. Лифт разбился, как же мне плохо. Так. Тут есть какая-то кнопка. Замедление. Пошли дальше. Черепа страшно. Тут у нас есть золото. Все мое. Одно золото я тебе подарю, проводник. О, спасибо. Какая-то клетка, а в клетке никого нет. А слышь ты, ты че, всех из клетки выгнал? Учил дальше сам. А, о, я нашел кнопку, все, нажал. Я открыл дверь. Вот я какой молодец. Изумруды, как их добыть? Можно, пожалуйста, испытательный срок. Уф, зачем вам все бросить этот испытательный срок? Хотим работать на себя. Да. Дальше у нас лестница над лавой. А чё я в лаву пойду? Вы не прыгайте никогда. Я проверял, она кусается, оказывается. О, а тут зомби перевернутый висит. Ой, вода. Не то надо. Самое чувство, когда 10 профессиональных строителей в Майнкрафте ходят за тобой и смотрят, чтобы ты тупо не упал в лаву. Ой, кто за... А, вот кнопка я нашел сам. Вот я молодец. О, все. Круто. Так, все, я в какой-то очень странной дыре. Тут паркуры, не обожаю паркуры вообще. Я вообще профессиональный паркурист.
А вот тут кнопка есть. Нажми часть на дверь. Почему я летаю? Почему я летающий шарик? Ух, подумай, как выбраться. Как выбраться? О, тут какая-то дырка. Наверное, в ней кнопка. Вот там рычаг я нашел. Дырка открыла другую дырку, что ли? А, вот. Ого. Гениально просто. Дырка открывает дырку. Ой, это ловушка? Там кнопка. Ай. Что написано? Лег... Лен... Ой. Лен... Лингардиум левиоса. Лингардиум левиоса. Это из Гарри Поттера. Я знаю. Ой, тут две двери. Я прохожу. Что это за комната? О, здесь есть телескоп. Но, видимо, мне его брать не надо. Тут есть полки, в которых ничего нет. Рычаг. А, дверь открылась же, да? Ну, я не заметил. Так, жмак. Жмак, жмак. И... лифт едет. Прикольно. Где-то я это уже видел. Да, я тоже. Где-то я это видел. Тун-тун. Тун-тун. Еще. Все, конец. Конец? Все. Ну все. Я победил. Я победил. Победил. Меня больше смущает лифт в пару кадров. А меня смущает то, что я победил, 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 победил. Сейчас мы решим судьбу одной из команд. Нажимаем на кнопку, и там фиолетовое все. На первый слой прощайся. Ой, я был близок, я прошел все, Сика, фигура убежала от Раша. Я не нашел порох, чтобы взорвать этот пол. Ко мне уже приближается Раш, я не успею. Ребята, Раш, ребята, Раш, на пол. Все сюда, все сюда! Ой, куда я упал? Ты думал, будет все так легко? Ты думал, что ты сбежишь? Весь мир — это лишь твоя фантазия. Раш — это твой кошмар. Подвал — это моя среда обитания. Лишь изредка меня выпускали воды. Это не пещера, это подвал. Это мой дом, мой мир. Тебя здесь не существует. В этом мире существует только я. Ты не сбежишь от меня. Тебе суждено умереть. Раш появился. И самое веселое... И все? Ну да. Еще одного Раша на прощание. Не надо. Нет, пора валить, пора валить. Ой-ой-ой. Давай еще одного Раша на прощание тогда. Хватит. И еще одного тогда. Хватит, Раш, пожалуйста. Это была фиолетовая команда Арконуса и Датмуса. И теперь у нас снова крутим рулетку. Желтая шерсть. Круто, мы теперь... Сотая дверь. Смотрите, мы уже в конце. Так, рычаг двери я нашел. Найти еще один. Прикольно. Я нашел два рычага. Открываем дверь. Открываем вот эту дверь. Скорее надо уходить отсюда, пока фигуры нету. Идемте сюда, вниз. Так, что есть внизу? Синяя жизнь. Я тут нашел тотем бессмертия, поднимаемся наверх. А где фигура вообще? Она умерла почему-то. Ну ладно, идемте наверх дальше. Все, мы в лифте, давайте заходим сюда, нажимаем на кнопку и бум. Лифт разбился. Идемте дальше. Тут нельзя рычаг тащить, ничего нет. Тут дверь открыта. Итак, о, все, мы прошли куда-то, тут вода. Так, дверь. А вы направо разбитку вообще посмотрите. О, привет. Вот я в библиотеке. Я тут самый первым оказался. Я да? Уже рычаг... Ты уже тут давно, что ли? Да, так, я рычаг уже нашел. Фигура пришла сюда. Нам нужно найти рычаги и щити. Нам один остался. Я нашел его. Молодец, Афь. Все, мы нашли все четыре рычага, теперь надо бежать. Пойдем дальше. О, тут еще одна картина. Ну, во всех картинах есть проход, процент. О, что есть. Алмазный меч. Еще вода есть, можете покупаться. Так, ну а мы пойдем дальше. Нам дверь... сюда, нам сюда. Да, дверь сюда. 104, да. Тут свет моргает, скорее прячьтесь. Раш, 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 прячемся. Иди с этой головой. Все, это Сик, он тебя убьет. Сик? Надо бежать. Так, куда повернуть? Налево? Скорее надо куда-то поворачивать. Так, сейчас. Ой. Ну, здорово. И куда это ему прибежали, интересно? Это магазин Стива, давайте ему дадим одно золото, у меня есть. Вот. Дай мне что-нибудь крутое. Мы ему даем золото, а он нам ничего не дает. Что это за магазин такой? О, хороший магазин, мне такой нравится. А, я ничего не успел подобрать. Ладно, пойдемте дальше. Тут свет моргает. Прячься, шкафчик. Ой, дверь какая-то, мы уже сбились со счета. Тут в печке я нашел много золота, теперь я богатый. Я вас степну в эту секретную концовку, извиняюсь, конечно. Ой, куда я попал? Это за кулись? Это секретная концовка. Секретная книжка. О! Я уже третий день хочу по бэкрумсу, я хочу кушать. Ну, я бы тоже проголодался за три дня. Нету? Ой, куда я попал? Блин. Добрый день, прошли игру, поздравляю.
старт. И я в начале. Чё смешного? И наблюдаем тут за тобой. 104. 103. Подождите, какая была комната? 102. Так, 104 точно нам не подойдет. Значит, сюда. О, я погадал. Как темно, как. Ты кто? Ты кто вообще? Ой, блин, ладно. Это дурс. Так, мне надо найти дверь. Я не знаю, где она. Да, не знаю. Ничего не видно. А, она вот она. Скример такой за тобой бежит. Сейчас я его напугаю. А такой у тебя там броня тысячная защита туда. Не, а, у меня проклятие несъемности. Я бы хотел бы ее поставить, конечно. Понятно. Так, ладно, иду. Все-таки надо открыть эту дверь, и я куда-то попал. Ба-бам! Не, тут не написан номер двери. Ну ладно, я пойду, что здесь... Красиво. Так, куда? Сюда или сюда? Ну, эники-беники, ели вареники, эники-беники, бац, все сюда. Это правильно. Круто. Это еще ни разу не сдох. Сюда. Да, я знаю, я крутой. Так, куда сюда? Не-не. Тут еще есть дверь, интересно. А, это библиотека? Что такая маленькая? Ну ладно. Так, дверь. Ой, где? Опять две двери. Эники-беники, ели вареники, беники. Я хочу тебе говорить, что тут одна дверь. Беги! Зачем? Какой-то он тупой. Там сейчас зомби заспалится, что-то забыть. Я дверь закрою и все. Ладно. Кажется, у нас нет... Продуманный немножко. Ой, а как сюда залезть? Там паркур. Паркур, серьезно? Вообще-то мы должны были вообще зомби бежать в это время. Да. А я слишком умный, он за мной не побежал. Уф, как сложно бегать. Ладно, допустим, ты прошел, да? Подожди, я еще, я только 10 раз упал. Сейчас. Все будет, сейчас. Бить его. Может, я депнусь все-таки? Не надо. Ужас! Где? О, а, тебя трепнул, все, я молодец, я прошел. Ура, нажимай на кнопочку. В лифте. Нет. Ой. Вышел на взрыв, да? Я столько раз прыгал, еще ради того, чтобы меня уничтожили. Все, я обиделся. Давай еще раз заново проходи. Нет. Голубая. Ух, топ. Опять мы в сломанном лифте. Где надо находить рычаги? Я там что-то вижу, но ничего не вижу. О, рычаг. Так, я нашел один рычаг, ставим его сюда и открываем дверь. А ничего. Еще одна дверь. О, рычаг. Ставим сюда, открываем. И мы в кинотеатре. Что мы тут забыли? И я так понял, нам тут тоже надо находить рычаги. Тут нету. Ну да, круто вообще. Опа, рычаг. Так, а теперь надо найти, куда его поставить. Опа, здесь еще один рычаг, что ли? Надо на него нажать. Все, я нажал. Здесь ставим рычаг, открываем и прыгаем сюда. Опа, алмазная броня, алмазный меч. Мне дали алмазную броню, алмазный меч. И это кургу. Ой-ой-ой, он хочет драться со мной. Я проигрываю. Так у него креатив же. Ну вообще, честный бой. Уф, уф, уф. Деремся, деремся, файт, файт, файт. У меня остался тотем. Ха-ха-ха. Тебе меня не победить. Куда он убегает? Надо его догнать. Стоять. Он исчез. Куда это я пришел? Это что, это ловушка? Ой, тут наковальня упали. Надо было мне чуть вперед, наверное, пройти, чтобы они на меня упали. Ну ладно. Дальше. И я вроде бы жив. Ура, ты выбрался. Можешь дать кургу рубрику эксперта. Здесь проход. Проход запрещен, чё? Ух, дай кубического эксперта, а то проход запрещен. Ну и ладно, я и так видно. На этом битва строителей Doors 2 заканчивается. Спасибо за участие Кургу, Аркунусу, Датунцу, ДЗД, Роту, Мазде, Руби, Кургу, Максиму, Титану. Да, еще сухарик. Много хватит. Надо... Всем пока. Всем пока.